Всем привет, с вами канал Звезданутые ТВ. Наверняка вы уже посмотрели нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сегодня мы хотим рассказать, как живет и чем занимается актер, сыгравший одну из главных ролей. Леон Ким Стач ворвался в российский кинематограф под занавес 2023 года, сыграв главную роль в широко обсуждаемом сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Начинающий актер заслужил похвальные отзывы критиков, сумев убедительно показать трансформацию домашнего мальчика из интеллектуальной семьи в жесткого члена уличной группировки. Леон родился 1 августа 2008 года в Санкт-Петербурге. Мать Лаура Ким Стач вспоминала, что сначала заметила пухлые губы новорожденного сына, а потом уже рассмотрела его целиком. Леон родился миниатюрным, весом 2800 грамм. О родителях артиста известно немного. Редкая фамилия досталась ему от матери, у которой есть дагестанские корни, однако национальность юноши не установлена. Об отце Леона никаких сведений нет, за исключением того, что его зовут Илья. Семья не имеет отношения к кинематографу. Мать – выпускница факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, бизнес-вумен и совладелица нескольких компаний в северной столице, в том числе фитнес-пространства и медицинского центра. Основная сфера деятельности Лауры с 2016 года – модификация образа жизни и немедикаментозное оздоровление – health coaching. Прапрадеды Леона по материнской линии участвовали в Великой Отечественной войне. Франц Леонтьевич Василевский погиб накануне Победы, 26 апреля 1945 года в Берлине. Георг Нейман пропал без вести в 1943 году. Николай Павлович Петросянц и Александр Владимирович Петров прошли всю войну, были награждены медалями и орденами. Отчим Леона – звезда реальных пацанов Антон Богданов. Пара познакомилась благодаря общим друзьям примерно в 2017 году. Актер принял как родного сына Лауры. От первого брака у него также подрастает мальчик Демьян. Семья сейчас живет в Подмосковье. Об образовании дебютанта известно мало. В Санкт-Петербурге он посещал среднюю школу номер 80 с углубленным изучением иностранных языков. Сейчас учится в филиале британской школы Repton School в Дубае. Учился Ким Стач хорошо. В 2019-20 учебном году стал призером школьного этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку. На съемочную площадку Ким Стач попал с легкой руки знаменитого отчима. В 2021 году он открыл фильмографию семейной мелодрамой «Нормальный только я», которая стала режиссерским дебютом Богданова. В картине также снимались Ольга Лерман, Константин Хабенский, Максим Виторган и Сергей Кутергин. Премьерный показ комедийной ленты состоялся на кинофестивале «Окно в Европу». После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ким Стач проснулся знаменитым. У него появились многочисленные поклонницы, которых прежде всего интересует личная жизнь кумира. Однако начинающий актер не обнародует подробности биографии и практически не делится фотографиями. Поэтому фанаткам остается только догадываться, есть ли у него любимая девушка. Между тем, на премьеру криминальной драмы Леон пришел в сопровождении самых близких людей – матери и отчима, а позже признался в телеграм-канале, что сердце его пока свободно. Ким Стач с раннего возраста занимается спортом. Среди увлечений – сноубординг и вейкбординг. В детстве он также увлекался танцами. В архивных публикациях в соцсетях матери можно найти видеоролик с выступлением Леона на праздничном концерте Петербургской хореографической студии. По характеру артист – справедливый, мужественный и благородный молодой человек. Эти качества проявились у него еще в нежном возрасте. По утверждению матери, сын всегда остается верным себе, не боится трудностей и всегда знает, чего хочет. В ноябре 2023 года состоялась долгожданная премьера криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Ким Стач сыграл 14-летнего Андрея из интеллигентной семьи, который живет с мамой и маленькой сестрой, учится в музыкальной школе. События сериала развиваются на фоне перестройки и распространения молодежных группировок. Герой Леона превращается из благополучного подростка в жестокого пацана, готового решать конфликты грубой силой. Перевоплощение далось начинающему актеру нелегко. Поначалу он боялся подвести команду, но понемногу привык и смог раскрыться. «В самом начале съемок мне даже не сильно-то приходилось играть, а просто я, ну, как бы был таким хорошим парнем, который учится в школе. Можно сказать, в первых сериях я играл себя 2 года назад», — рассказывал исполнитель главной роли. Больше всего на съемках Леону запомнилась сцена драки его героя с Маратом, которого сыграл Рузиль Миникаев. Драка была полностью симпровизирована молодыми актерами.
Только вот поначалу как-то придерживались сценария, а потом решили просто даже не играть, а жить. И отдались полностью процессу. В крапиву пару раз падали, когда крутились, друг друга кидали. Но без этого не обойтись, чтобы все смотрелось красиво и максимально реалистично. Партнерами Леона по площадке стали Иван Янковский, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и другие. Интересные факты. Ким Стач любит путешествовать, вместе с матерью успел побывать в ряде европейских стран. Актер долгое время хотел сделать татуировку, но потом передумал, поскольку не хочет ставить на себе отметку. В детстве Леон на любительском уровне занимался боксом и борьбой. В копилке кумира молодежи есть пара музыкальных треков, но выпускать их он пока не планирует. Сыну Лауры Ким Стач нравятся сериалы «Острые козырьки» с Киллианом Мёрфи и «Бригада» с Сергеем Безруковым, Павлом Майковым и Дмитрием Дюжевым. На этом наш ролик подходит к концу. Если он был вам интересен, поддержите канал лайком и оформите подписку на канал. Не забудьте прожать колокольчик. До встречи, пока!